сегодня одновременно я строю примерно 50. Кстати, получил 450 гектар, из которых 150 гектар. Это застройка? С 300 под застройку, 150 под рекреацию. Пляж, озера, парки, бассейны. Большой город на побережье получается, да? Да, совершенно верно. Ну, вот, допустим, два лайтхауса, у них 50-метровый бассейн, детский бассейн. Как вы видите, все достаточно хэппи, да, всем комфортно. Все озеленяется. Я посажу на территории Сибири за ближайшие 5 лет 5 миллионов растений. Первый в Азербайджане падл-корт я построил. Падл очень развивается во всем мире. Я думаю, что он будет развиваться в Азербайджане тоже. Ну что, Шарит, смотри, вот это бич-клуб, который мы построили для резидента. Проект у вас сегодня действующий. Чем вы занимаетесь? Какие направления? Ну, из основных направлений это фитнес, направление фитнес, их около 15, у меня достаточно больших, это там по 5-6 тысяч метров. Крокус фитнес, да? Да, крокус фитнес. Ресторанное направление, ресторанов много уже, там штук 60, наверное, 65. Это Москва, Азербайджан? Да, и там, и там. И много еще в процессе строительства у меня. Небольшой торговый центр Estate Mall на Новой Риге у меня построился с моим партнером Павлом. Сибриз. Сибриз основной проект, а в рамках Сибриза много разных внутренних бизнесов, такие как и рестораны, тот же фитнес мы здесь строим. Но в основном development. То есть я сейчас понимаю, что там 90% моей деятельности посвящаются development в Сибризе непосредственно. Мы как будто где-то с вами на Марсе высадили. Да-да-да, НАСА такое. Да-да-да, НАСА, песочек как раз. Дель Мар, запустили новый проект. Здесь будет застраиваться. Да, у них будет свой палаццо Дель Мар пляж. А кто покупает недвижимость? То есть это средний плюс контингент? Нет, если это, по местным жителям это все абсолютно строят марину. Соответственно, поскольку она заменилась, мы к ней делаем специальную артерию для захода лодок. Да. И к следующему лету она у нас будет... Шарит, чтобы ты понимал, мы находимся в главной комнате Сибриза, это комната Муслим Магомаева. У него есть песня «От рождения до вечности», соответственно, вот «От рождения». И вот так по кругу, по часовой стрелке до вечности. Это я маленький, с дядей Муслимом. И поскольку у меня до сих пор на территории нет офиса, все переговоры, сделки, совещания, строительные... В этой комнате, да? Да, тусовки, все происходит в этой комнате. Между Мариной и Микки будет стоять вот такой, ого, мы его называем Caspian Dreamliner, это аналог Бурджа Араба. Он у вас уже в разработке, прям помню? Мы его начинаем отсыпать с понедельника. До конца года отсыпем остров. Он 500 метров длиной сам остров и 300 метров длиной сам корабль. Корабля такого, да? Круто. А когда планируете завершить? Когда на это можно будет посмотреть вживую? 2,5 года. Вот этот огромный остров, на который будет своя дорожная инфраструктура. Здесь будут виллы, отели, гостиницы. Два тоннеля, которые будут соединять вот этот остров. Под водой? Здесь будет что-то... Да, под водой.